Привет. Третья посылка с DB5. Журнал. И 4 этапа для сборки. Креплю регулятор спинки сиденья. Тут есть дополнительный направляющий штифт. Надо его совместить, иначе не вставится до конца. Половинка блока цилиндров. Наверное, можно прикрутить головку блока. Переднюю часть двигателя вставляю на штифтах. Деталь стартера вставляю в соответствующее отверстие и привинчиваю. В деталь картера вставляю крепежную распорку и привинчиваю. Совмещаю две половинки коробки передач и закрепляю на два винта.
Отвертка с пожизненной гарантией разваливается на глазах. Как я и думал, ГБЦ придется несколько раз откручивать. Выпускной коллектор закрепляю на два штифта головки блока. Прикручиваю обратно, для полноты картины, хотя можно пока этого не делать. Трубка с проводами от свечи зажигания ставится на два штифта. Провода в свечах надо будет приклеить на суперклей. Сделаю это потом. Может, еще разбирать придется. Три провода от распределителя зажигания надо будет вклеить в нишу в торце трубки. Тоже пока не буду. Сам распределитель вставляю в паз на ГБЦ. Блок карбюраторов вставляю на кронштейнах под головку блока. Трубку к радиатору одеваю с натягом на место. Сверху ставлю клапанные крышки. Опять надо откручивать ГБЦ. И снимать распределитель. Привинчиваю крышки на 4 винта.
ставлю все на место. Все равно надо будет еще раз откручивать. Сверху ставлю модуль сочленения карбюраторов. А на сегодня все. Сидите дома, не болейте.